Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутампалта. Сегодня у нас будет гайдик, как получить элементовую пыль, как легко построить скаута и энфорсера. Ну что ж, погнали. Так, ну, для начала, что хочу вам показать. Вот у нас, вот, например, есть в городе вот такие вот столбы. Так, да? Просто вот берем кирку, желательно железную, начинаем дубасить, и мы получаем элемент dust. Вот как раз вот эту вот пыль. Еще мы можем, например, сделать комбинацию топором. И еще сверху получить, ну, бывает электронику. Сейчас бывает у меня вот фризы случаются, но уж извините. Карта выдает FPS маленькая, поэтому он даже графику понижал. Ну что поделать, ноутбук 950M, видюха. Так, вот, сейчас вот пытаюсь вот найти, как можно, да, эти лапки вот так вот ломать. Вот видите, выпадает еще даже вплоть до электроники, и это, в принципе, вот классненько. Вот сейчас вот давай еще пособираем. Все, в принципе, можно сказать, я уже могу легко сделать скаута робота-разведчика, что я, в принципе, сейчас и сделаю. Ну вот, в принципе, ингредиенты у меня все есть. Я просто взял метальчика. Ой. Так. Вот, пожалуйста, энграмма скаут является оружием. На самом деле это не оружие, это, скорее всего, вот просто робот-разведчик. Вот, и мы можем его вот таким вот образом создать. Так. Теперь посмотрим, что вот он умеет, этот наш робот-разведчик. Вот такой вот он шарик в руке. Бросаем. На его активацию требуется 20 элементовой пыли. И вот так вот это все выглядит. Пока не прогрузилось его нормальное видение. Вот, сейчас вот уже прогрузилось. Вот это вот мы можем легко разведывать, где у нас что находится. Со стороны это выглядит вот так. А на левую... Не, на эту. На правую кнопку мыши он может делать вот такие вот ускорения. Очень классные. А на обычную, ну, на левую кнопку мыши он может вот так вот отмечать цели. И получается, я вот сейчас вот стою, и я вот вижу то, что тут я отметил гуанодона. Так, а на С он снижается. А на Е мы можем вот просто его вот таким вот образом убрать. И пока вот он у нас вот так вот будет зависать сейчас. Через 50 секунд он вернется к нам в инвентарь. И что ж, дальше поехали. У нас есть вот такой вот инфорсер, который создается из... Сейчас глянем, из чего. Создается он у нас из нефти, полимера, кристаллов. Ну, в принципе, для меня сложно это было полимер, потому что пришлось сделать станок. А нефть и остальное мы можем добывать из инфорсеров. И знаете, я вам скажу такую интересную штукенцию. Инфорсер. Он умеет... Ну что он умеет? Его можно поймать баласом. Ну, смотри, прикол. Поймаешь ты его баласом и захочешь убить... Прикол будет в том, то, что он может взять, если у тебя, вот, например, вот в инвентаре, вот сейчас вот покажу, вот лежит вот такая вот элементовая пыль, то инфорсер, даже если он попал по вас, он сможет телепортироваться и тебя атаковать. Поэтому будь осторожен перед ловлей и убийством инфорсеров диких, когда ты их ловишь в балас, чтобы убить. Вот в балас их реально можно ловить и так убивать. Но он может телепортнуться, если у тебя есть такой в инвентаре элемент. Да. Так, ну что ж, вот я в него сел. Это у нас был в режиме рамку. Так. Закрываем.
Смотрим, что он может. В принципе, существо реально быстрое. Быстрое создание. Вот бесит эти фризы, если честно, иногда. Так. Вот, к примеру, я хочу забраться. Чтобы мне на нем карабкаться, надо зажать пробел. Просто вот подходим к стене, зажимаем пробел, и инфорсер карабкается. Вот таким вот классным способом. Инфорсер — это в переводе на русский штурмовик. В принципе, его можно назвать штурмовым животным. И вот самая вот его конфетка при падении, он не получает никакого урона. Ладно, смотрим дальше. На левую кнопку мыши он может у нас... Вот, откроется у него такой значок, и он может спокойно телепортироваться. Инфорсер сейчас 5 уровня, поэтому у него открыт вот один телепорт. С самым высоким уровнем инфорсера у него будет где-то 5 таких телепортов для перезагрузки и так далее. Поэтому, ребят, это очень классная вещь. Так, а на C он у нас делает вот такой вот баф оглушения. И вот смотрите внимательно, вот видите, слева у меня вот справа нарисовано вот сердце. Это означает то, что инфорсер, ну как сказать, может получить ярость, как гигантозавр. О боже, откуда ты взялась-то, сволочь. Ладно, ну вот так вот, посмотрим, как он воюет. В принципе, быстрый. Даже слишком. Неплохо, неплохо. Так, ладно, я тут что-то напутал. Я тебе хочу сказать сорян, потому что реально что-то тут перепутал кнопки. Он, короче, вот у нас на левую кнопку мыши вот так вот перемещается. Перепутал немножко. А то, ну, знаешь, братан, в принципе, догадаться легко. Ну ладно, вот такой вот у нас был сегодня обзор. Подписывайся на канал, ставь лайк. Я, кстати, очень даже рад, что у нас стало на канале все больше людей, прибавляются у меня подписчики, и это, извините меня уж за фризы некоторые, раньше такого не было, но сама вот карта такая очень даже требовательная, Extinction, поэтому, дорогие друзья, на меня вот не обижайтесь. И что еще хочу сказать, да, я скоро разберусь с этой сейчас проблемой, вот с проблемой фризами и так далее. Ну ладно, дорогие друзья, с вами был Тутенпаут, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем до скорых встреч, всем пока.